Саня, ти не пропадай. Це десинхронізація якась. Ти де, мужчина? Look at this dude. Потім придумаєш. Look at the top of his head. Понеслась. Ладно, ты понял? Я понял. Просто пишу по своим делам. Мне, наверное, побачишь, что не надо. A few moments later. Попался! Какого х... Чего? Куда его труп только что улетел нафиг? Что-то не нравится мне эта игра. Аккуратнее с этим грузом. Алла Валора! Чтоб ты сдох! Да тебя нужно в тюрьму посадить! Только глупец способен пройти мимо моей лавки, не заглянув внутрь. А я-то все думал, дурак. Я не хотел дурак, сказать, что вы глупцы. Ты очень помог мне. Грация. Правильно. Правильно, блядь. Сразу поменял свою думку о мне. Я хотел спросить тебя кое о чем. А именно, как тебя зовут? Это тебе все равно не пригодится. Не понял, что она сказала, но чувствую, сейчас ей кабину навалю на. Эцио, не все потеряно. Она улыбнулась, значит, она тебя запомнит. Нет, я все исправлю. Пойду за ней и выясню, где она живет. Хе-хе, бай. Изи. Знакомство прошло успешно. Матрица — это система. Система и есть наш враг. Чего? Чего? Оглянись, как ты видишь. Ну это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других. Бойтесь этого злобного бешеного зверя. О! Я взял откуда ее... 12 seconds later. По городу бродят злые ассасины. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Все хорошо. Пиздец, да и похуй, если честно. Похуй уже, вот вообще до пизды. Акс! Акс! Атакс! Пиздец, це фокус? Я просто прикольнулся, называется. Начать фрагмент заново. Пиздец, никогда не выкидывайте топор. Я вас категорически приветствую. Чего, блять? Это что, ты ничего? Ты мертвый? Алло, блядь, ты что, Саня? Ничто не истина. Все дозволено. Жесткий паркур! Жесткий паркур! Блядь, ебать, блядь! Ух, паркур! Ну, тупые! Идиот! Если ты собираешься устраивать в Риме беспорядки, это не сойдет тебе с рук! Всего-то, блин. Всего-то.
Пошли своей дорогой. Дай похуй, блядь. В этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено. Так, ты готов? Дурдом начинается! Какая красота! Ну вот, вы посмотри, какое чудо! Нихуя себе, блядь! Это что такое, на? Пиздец! Это страшно! О, бля! О! О! Понеслась! Понеслась юбисовщина! Это что такое, блядь? Now this is the point where most people, like 99% of people, would do this. Out of this house! Out of this house! Like my father before me, I am an assassin. Мы на миссии за аудитори до Ференцы. А це я все-таки игру буду играть, блядь, це, ну, це не прикольно, честно говоря. А ну-ка, ребята. Да, вони мене реально не бачать. Oh my god, oh my god, oh my god! Я невидимый становлюсь в прямом смысле цього слова. Я думал, це просто ну, визуалочка, но нет. Кажется, у меня есть дела поважнее. Ну, это круто! Это прям разработчики молодцы! Почаще бы так, почаще! Вы чё, ёбнутые? Вот их вот это трогает. Да ладно, похуй, там какие-то типы в белом, блядь. Монахи. Бля, какой кавер вообще балдёж. Но у самурая нет цели. У него есть только путь. Сегодня снова в дорогу. Он по ковры продавал, блядь, и просто куда-то спешил, блядь, что? Он что, ёбнутый? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Мужик, ты чё, блядь? Дай ему сбил булочку, и каким-нибудь, блядь, маньячелом стал. Блядь, я тебя захуярю. Ну нахер. Once again, еще раз. Вот это поворот! Это что такое было? За наводка, блин. А чё она откинулась? Ебать. Он боится, что различия породят хаос. Поэтому мы и создаем законы, что применяются ко всем в равной мере. Чё не смеетесь? Не смешно? Не поняли, да? Окей. В смысле, так я его убил, а я ж ключ не забрав. What the fuck? Він на расстоянии мне его передав, или что? То есть, хочешь сказать, что... А, ну тогда ладно. В принципе. Он мне по вайберу, блядь, QR-код скинул нахуй. Уважаемые пассажиры, борта 228-14-88, говорит командир воздушного судна. Итак, уважаемые пассажиры, я извиняюсь, но по-моему что-то пошло не так, и мы сейчас разъедем. Е-бой! Посмотрите на меня, познайте меня. Дети мои, вы должны кое-что знать. Я упакован по полной. Бать, я одну кнопку жму, экс-пулемета просто, экс-пулемета, це. Блять, так интересно было, просто пизда.
Мы его орудия. Лютик, блять. Вам не нравится музыка, я понял. Культурная столица, сука. Алан Тьюринг собирается решить проблему бедственного положения рабочих. Блять, вы че, сука, тупые на? Это что я только что сделал, загрузка, блядь? Мне кому-то уебать или что, я не понял? Я подозреваю, нам без свиней не обойтись. Дементий, гони свиней! Мне нельзя умирать! Ему не уйти, наших людей впереди! Люди впереди! Попался! Что за черт? Кто-нибудь видел убийцу? Ты видел, что тут случилось? Наверняка ты что-то видел. И пись оно все конем! Фабио Касило, получен доступ к читу «Стальная задница». Чего на? Welcome to the club, buddy. Вам не нравится музыка, я... Спаси меня! Кто-нибудь видел убийцу? Блин, тренируя замах, тише, пиздец. Нанялы, бля. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Ковер, блаженство для ног. И твоей жене понравится. У меня нет жены. Holy shit. Блядь, ну шо? Помидоры, блядь, помидоры, блядь. Откуда? Там золото и помидоры, блядь. Погреб бабушкин, тише. Ныне, чтобы ноги твои не было в цветущей розе. Оновин, блядь, оновин, оновин, где он потерян? На моих глазах, блядь! Разве? Хера себе, какой спик в кровь, не фига себе, Саня, ты был день. Ху-ху, хорошая встреча. А его я кинул. Жизнь музыканта непроста. Реально? Может, ты чё, блядь? Серьезно, ну ты дурак, что ли, блядь? Перед воротами больше французов, чем на улицах Парижа. Значит, заберемся на стены. Они неприступны. 5 minutes later. Отступаем! А чё, так можно было, что ли?